Для того, чтобы качественно ремонтировать асфальт, должна быть температура воздуха плюс 5-10. С ним говорит, что ниже нельзя ремонтировать. Конечно, до минус 10 есть допущение, но там есть много «но». И этот ремонт удорожается. У нас нет времени, возможности ждать середины мая, конца мая. Я не знаю, когда будет хорошая погода. Поэтому мы сейчас проводим аварийно-восстановительные работы для того, чтобы дороги перевести в нормальное нормативное состояние до момента начала качественного ремонта.